Всем привет, дорогие друзья, с вами Крымский влог и я, Артем Лаврененко. Очередная наша прогулка по Севастополю, и сегодня мы с вами гуляем по Балаклаве. Мы сегодня прогуляемся по Таврической набережной, поднимемся на гору Мутилина, а также, самое главное, доберемся до знаменитого и одного из самых красивых пляжей города. Это пляж Василий. Мне очень интересно, что там сейчас происходит. Сегодня 9 июня, 30 градусов тепла на градуснике. Погода очень теплая, хотя и какие-то непонятные тучи. В общем, как всегда, друзья, будет интересно. Ну а пока не началось видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой самый пламенный комментарий. А также не забывайте про Телеграм, потому что там все самое интересное про Крым и Севастополь. Ссылка в описании под этим роликом. Ну что ж, друзья, хорошей вам прогулки. Начинаем! А начинается наша прогулка сегодня с очень нестандартного места. Мы с вами на одной из самых высоких точек Балаклавы. Это знаменитый дом Пляса, который, оказывается, скоро должны снести. По крайней мере, 22 мая мне попалась новость ВКонтакте, где было написано: суд Севастополя расторг договор аренды участка под домом Пляса. Не знаю, почему нельзя было это сделать давно. И самое главное, что по данным портала госзакупок, на проектирование и демонтаж дома Пляса направят 300 миллионов рублей. Заказчик работ — госучреждение парка и сквера, подрядчик — Мосторгтрест. Работы планируют завершить к 2026 году. Друзья, 300 миллионов. Но мне кажется, не самое хорошее время на то, чтобы его демонтировать. По крайней мере, он сейчас не сильно мешает. Я думаю, будет более удачное время для его демонтажа. Как-то 300 миллионов тратить на такую ерунду, мне кажется, очень много. Хотя, возможно, и найдутся люди, которые будут не согласны со мной. Не, сносить однозначно надо. Но можно было попробовать и достроить, продать этот проект кому-то. Короче, не знаю, запутанная ситуация. Как тут быть? Пускай решают те, кто ответственны за это. Ну а мы с вами сейчас лицезреем одну из самых красивых бухт полуострова. Балаклавская бухта, посмотрите. Чимбала на горе прям находится. Красота, отсюда все видно. Видно пляж даже, смотрите. Городской пляж Балаклавы. И сейчас там очень много деда купается. Ходят катера по бухте. Выход в море открытый до мыса Ая. Все лодки ходят, поэтому приезжайте и выходите на прогулки. В общем, не знаю. Я, кстати, люблю сюда подниматься, как вы заметили. Я уже не в первом ролике это делаю. Место, не знаю, очаровывающее. Давайте еще глянем, как проходит строительство марины. Оно с этой стороны. Я так сильно выглядывать не буду, чтобы мою бошку там не засветили. То не хочется под рученьки отсюда выйти. Хотя, кто будет выводить, не знаю. Ну вот, посмотрите, идет строительство марины полным ходом. Мне кажется, вот расширение набережной Таврической, наверное, это одна из самых таких крупных технологических задач. Потому что завод «Металлист» снесли, и там, скорее всего, уже будут делать какие-то зоны, я не знаю, парковые, там еще какие-то. Давайте чуть увеличу. Вот, смотрите, от завода «Металлист» осталось одно здание. Короче, вот такая вот ситуация, друзья. Ну что, предлагаю уже спускаться вниз и давайте гулять по Таврической набережной и идти в сторону одного из самых красивых пляжей, пляжа Василий. Прогуливаясь по Таврической набережной, конечно же, нельзя не обратить внимание на охотничий домик Юсуповых. Посмотрите, построен в мавританском стиле, с арочными окнами, с колоннами и облицован диким инкерманским камнем. Построен он был в начале 19 века. История его, к сожалению, не такая яркая, как история рода Юсуповых. Но кому интересно, друзья, подробнее узнать про этот дом, можете посмотреть мой ролик «Тайны Таврической набережной». Я там рассказал про все старые постройки, которые здесь находятся, которые были построены
в начале 20 века. Тогда было модно строиться в Балаклаве, и многие богатые люди здесь делали себе дачи. Так, ну что, просто так на Таврическую набережную попасть нельзя, она закрыта, потому что идет строительство яхтенной марины. Поэтому есть один лайфхак, который я уже рассказываю третий раз, как сюда попасть. Памятник подводникам. Указом Президиума Верховного Совета СССР за боевые заслуги в Великой Отечественной войне соединение подводных лодок награждается орденом Ушакова первой степени. Так, немного отошел от темы, друзья, но не мог вам не показать этот памятник. Когда-то не показал, и кто-то меня ругал за это. Ну ладно, вернемся к вопросу, как добраться к Таврической набережной. Смотрите, лайфхак. Доезжайте до музея подводных лодок, туда маршрутки ходят там каждые 10 минут абсолютно бесплатно. И дальше просто идете пешком по Таврической набережной. Потому что, ну, пешком до музея дойти не дадут. Там стоит шлагбаум и сидят специально обученные люди, охранники, которые не пускают. А вот это, кстати, вот эти арки, это не подпорная стена, друзья, как многие думают. Это бывшая дача Апраксина. Тоже был такой богатый человек. И вот, к сожалению, немцы, когда уходили, взорвали ее. Ну что, мы идем по улице Мраморной. Нам совсем чуть-чуть осталось до Мраморного пляжа. И на горизонте уже виднеется гора Мытилина. Но я, кстати, решил, что мы сначала сходим на пляж Васили, а потом поднимемся на гору Мытилина, так сказать. В заключении нашей прогулки будет такая вишенка на торте красивая. Посмотрите, отсюда открывается шикарный вид на бухту. Видно, как уходят лодки в море. Красота. Иногда еще сюда заплывают дельфины. Ну вот и первая обзорная площадка. Мы, можно сказать, поднялись всего лишь на два пролета выше. Ну, имею в виду по дорожному полотну. Те, кто знает, те понимают, о чем я говорю. Ну и отсюда уже тоже можно рассмотреть пляж Мраморный, казармы разбомбленные, про которые я говорил, и часть Балаклавской бухты. К сожалению, не видно отсюда дом Пляса, но зато видно охотничью дачу Юсуповых. Ну и Чимбала. Чимбала вообще со всех, наверное, точек видно в Балаклаве. Отправляемся вперед. Слушайте, я прям очень хочу это увидеть быстрее. Уху, прям над обрывом. Ну что, друзья, вот он, пляж Васили во всей своей красе. И он сейчас действительно очень-очень красивый. Посмотрите, какая чистая вода, белоснежный песочек. Или это галька мелкая. Ну, вперемешку, в общем. Очень красиво. И самое главное, посмотрите на эту гору на горизонте. Она просто окутана черной тучей. Я надеюсь, мы сегодня не застанем дождь. Я обязательно искупаюсь, потому что не хочется купаться в таком холоде. Класс. Но я надеюсь, вы видите лестницу, по которой сейчас придется спускаться. Я обязательно сниму весь путь для того, чтобы все ощутили эти ощущения. Давайте еще вот сюда подойдем, на краешек камня, чтобы ощутить все экстремальные ощущения. Высота здесь, ну, метров 100 точно. Нет, туда дальше я не пойду, друзья. Очень красиво. Спускаясь на пляж Васили, многие из вас задавались вопросом, а что это так,
что это за такие симпатичные домики? Так вот, отвечаю на ваш вопрос. Это база отдыха Балаклавского рудоуправления. А выше над ними находится сам карьер. Мы когда на гору Мытилина поднимемся, мы его с вами увидим. Из которого, как некоторые утверждают, на пляже постоянно сходят оползни. Ну, я не буду утверждать, за счет благодаря карьеру или нет, но оползни действительно здесь сходят. И это, как я считаю, два огромных минуса этого пляжа. Это, конечно же, опасность постоянная, поэтому с детьми я бы не советовал сюда приходить. Ну и, конечно же, то, что карьер находится сверху, потому что, когда карьер работает, вся пыль летит вниз, естественно, на пляж. Так вот, последний оползень был летом 2021 года. Тогда огромный булыжник упал прямо на туристическую палатку. Слава богу, вроде бы никто не пострадал. А в апреле 2022 года пляж Василий признали небезопасным и убрали из списка городских пляжей. Здесь прям такая дорожка интересная перед лестницей, прям живой коридор такой. Деревьев насадили, видимо, люди, которые ухаживают за базой отдыха. И очень красиво. Так, ну что, мы подходим к лестнице уже. Кто там боится, закрывайте глаза, друзья. Многие, кстати, писали под комментарием под лучшие пляжи Севастополя, Любимовка и Учкуевка под моим роликом, что многим нравятся пляжи Фиолента, друзья. Я согласен, но большей части людей все-таки подходят те пляжи, потому что туда могут добраться люди с семьями, с детьми, им удобнее. Конечно же, и инвалиды тоже. А вот на такие пляжи, как Василий, как возле грота Дианы, Каравелла пляж, да, как Царский пляж, который, кстати, я не знаю, в этом году будет работать или нет, кажется, не разрешат. Такие, как пляж Баунти, туда, к сожалению, не пойдешь с детьми, потому что, естественно, это опасно. Поэтому, как бы, исходя из общих параметров, естественно, я считаю, что те пляжи лучшие, и это обосновано, по-моему. Вот такая лестница, не знаю, но вот такая опасненькая. Так, слушайте, я в прошлом году приплывал на пляж Василий, только я, как уже сказал, приплывал на каяке. Людей было, в принципе, достаточно тогда. Можете посмотреть, тоже ролик есть на канале, красивый. Вообще всем рекомендую сходить хотя бы раз на каяке, понять, как это. Давайте ширик включу. О, слушайте, такой ветер хороший поднялся. Прохладный прям. Не знаю, смогу я занырнуть или нет. Ну вот отсюда уже вид открывается более-менее. Уху, красота. Всю береговую линию видно. Пляж особо небольшой, где-то 50 метров в длину. Но очень уютный, очень симпатичный. С очень интересной лестницей. Подножки я смотрю очень внимательно. Так, ну чтобы вы понимали, откуда мы спускаемся. Вот, видите, оттуда. Можно сказать, вот с этой скалы, которая вся в трещинах, не знаю. А вот отколовшийся кусок грунта. Видите, когда-то случился обвал, он упал и валяется здесь. О, да, точно помню. Вот здесь уже железные пошли ступенечки. Ну и вот тут уже пляж во всей своей красе, как говорится. Там только в конце какие-то ребятки купаются. И больше никого здесь нет. Вообще тишина и покой. Я в шоке на самом деле. Где люди? Где вы, дружочки-пирожочки? Все, мы с вами на пляже Василий. Тут он кто-то сложил мусор, приготовил. Посмотрите, как выглядит скала, с которой мы спустились. Вот я думаю, так будет более понятно. Ну и вот все камни, которые отвалились в прошлом году, позапрошлом.
остатки цивилизации, туалет, бунгало. Раньше было так красиво, такие красивые фотографии здесь делали. Стояли грибки солнцезащитные, стояли бунгало. Вон, кстати, несколько грибков осталось. Вот ларек какой-то был. Это, по всей видимости, место для спасателя. А сейчас ничего нет. Так, ну что, подойдем к воде. Слушайте, вода, кстати, грязная. Смотрите, прям вообще грязь какая-то. Мусор. Так, если кто-то думает, что это из Херсона принесло, то это не так, друзья. Скорее всего, это местная грязь, которую приносят с Балаклавской трубы. Посмотрите, здесь даже вон, ласкирь прям к берегу подходит. Наверное, из-за этой грязи. Питается ею. Да, ну печально. Я надеюсь, что очистные сделают в Балаклаве и как-то поборят эту проблему с мусором. Потому что, ну вот, это вообще никуда не годится, посмотрите. Не знаю, мне... Я же-то так хотел искупаться, но сейчас вообще не хочу. Короче, друзья, я так и не искупался. Не знаю, что-то мне прям вообще не хочется. Так разулся, конечно, ноги помочил. Потому что устал ходить, надо немножечко остудить. Плюс ко всему, смотрите, в воде еще заметил странную штуку. Вот видите, прям посередине. Как будто маленькие головешки торчат. Я не могу рассмотреть, что там под водой, но мне кажется, что это змейки. И это ужасно. Вот, смотрите. Вот сейчас их получше видно, видите? Головешки. Я не знаю, возможно, это и рыба какая-то. Сейчас подожду, чтобы они где-то поближе к берегу, может, выйдут все-таки. Что они там плавают стаей. Непонятно, что это такое. Вот максимально я увеличил. К сожалению, больше не могу. Ну что, желание покупаться у меня, к сожалению, так и не появилось. И вода грязная, еще какие-то непонятные вещи там плавают. Они, блин, страшно отпугивают. Естественно, я не могу вам рекомендовать этот пляж исключительно только ради фотографий. Можно приплыть, ну и позагорать, полежать. Купаться, конечно же, здесь в море, ну, вообще, друзья, я прям очень расстроен. Но давайте все-таки сохранять позитив и думать о хорошем. О том, что наконец-то отремонтируют очистные в Балаклаве. И здесь пляж снова будет чистый, красивый и незабываемый. Я бы его вообще называл бы даже пляж не Василий, а пляж изумрудный. Потому что сверху он действительно выглядит как изумрудный. Ну вы видели, да? Красота просто неимоверная. Вода прозрачная, кажется. Берег чистый. Одно заглядение. Но по факту так и есть. Просто надо немножко прибраться, и чтобы вот этот мелкий мусор с трубы, с очистных сюда не прибивало. Ну все, отправляемся наверх, на Мытилино. Хотел вам показать, как
выглядит подъем, но, к сожалению, не нашел за что закрепиться здесь, чтобы поставить камеру. Просто подъем здесь практически 90 градусов. Нужно вот карабкаться по скалам, наверное, метров 10. Я вот сейчас прям на краю, видите, стою. Вот я как раз сюда карабкался. В принципе, это выглядит так страшно. На самом деле все гораздо проще. Вот, кстати, перед вами карьер балаклавского рудоуправления. И, как вы видите, вот насколько он близко к пляжу Василий. То есть вся эта пыль оттуда, особенно если ветер дует с той стороны, со стороны карьера, летит прям на пляж. Так, ну мы... Вот так можно поближе, кстати, карьер рассмотреть, кому интересно. Но мы практически уже наверху, поэтому давайте отправляться и смотреть на шикарные виды с горы Мытелина. Я первый раз куда сюда залез зимой. Я, друзья, честно говоря, был не то что там ошарашенный, ошалевший. Я был в шоке от увиденного, потому что действительно красота неимоверная. Чебрец, смотрите, какой красивый. Кстати, запахи благодаря ему такие шикарные сейчас на полях. Ой, друзья, я помню то время, когда денег было мало в семье, и мы летом собирали чебрец, сушили его, чтобы зимой вместе с мятой запаривать и пить вместо чая. Так, вон, смотрите, тут паучок. Видите паучка, друзья? А он есть, он прям посередине камеры не может сфокусироваться на нем. Но... Не хочет. Короче, как-то надо обойти. Все, у меня получилось. Обходим и поднимаемся сюда. И просто посмотрите на эту красоту. Друзья, это просто фантастика. Фух, я когда сюда поднялся, у меня все, глаза, коленки задрожали. Это вы еще не знаете, где мы идем. Потому что гора Мытелина, это достаточно тоненькая гора. И прямо подо мной, вот здесь, смотрите, здесь ничего нет. Вот видите, там просто пропасть. Поэтому ходить здесь нужно аккуратно, максимально. Так, ну что, пойдем дальше. Она как тоненькая, как будто такой хребет торчит из земли. Вот это и есть гора Мытелина во всей своей красе. Тут еще есть балаклавский язык тролля. Я его показывал в прошлый раз. Вот он, смотрите, прямо на краю. Ю-ху! И вот это вот максимальный экстрим, когда на него становишься. А, друзья, нервишки щекочутся. У меня так точно, еще ветерок так поддувает, слушайте. Не, ну туда на край я точно не пойду, но покажу вам вот этот шикарный вид. Фу, просто фантастика! Согласитесь, всем обязательная рекомендация сюда подняться, ну, по крайней мере, всем тем, кто может это сделать, друзья, ощутить эти прекрасные чувства великого, прекрасного, недостижимого, не знаю. Я каждый раз сюда поднимаюсь и удивляюсь. Ну что, мыса я. Где-то там заветный пляж Инжир. Вот там вот с краешку затерянный мир, на котором мы ходили. Короче, все под рукой. Так, я аккуратно разворачиваюсь и ухожу. Сейчас я вам покажу язык тролля. Мне, к сожалению, не удастся красиво на нем сфотографироваться сегодня. Потому что я опять сюда пришел один. Ну вот он, смотрите. Вот он, видите? Вот давайте покажу, что под ним. Вот, прям под ним находится пропасть. Ну, конечно, он не так выступает, как язык тролля, как где там, в Швейцарии. Или в Норвегии, не помню. Но наш тоже симпатичный. С горы Мытелина видно практически все достопримечательности Балаклавы. Ну, во-первых, видно Балаклавскую бухту, хоть и не всю, но большую ее часть. Видно саму Балаклаву, видно легендарную 19-ю береговую батарею Драпушка, видно башни Чимбала.
Видно, вот там вот сверху находится бочка смерти. И пошли все пляжи заповедника, я не помню, Аязьма, по-моему, называется. Здесь, во-первых, ближний пляж, шикарнейший пляж, не знаю, мне очень понравилось. Тогда зимой ходил, я тоже с вами прогуливался. Потом там дальше идет серебряный, золотой пляж, Инжир, друзья, легендарный, на который я обязательно этим летом схожу и в палатке там переночую. Уже, наверное, лет 5 собираюсь это сделать. Ну и, конечно же, мыс Ая, на котором находится затерянный мир. Туда тоже обязательно нужно в этом году попасть. Короче, виды отсюда открываются, как вы поняли, шикарные. Поэтому обязательно рекомендация вам к посещению. Ну и, конечно, я уже буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя наша прогулка. Было действительно интересно. Мы сегодня с вами много мест посетили, большую работу проделали, поэтому обязательно, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там я оставлю все геолокации Игоря Мытилина и пляжа Василий, друзья. Все обязательно расскажу, как добраться, покажу. Все лайфхаки тоже обязательно опишу. В общем, подписывайтесь на телеграм, не забывайте. Ну и подписывайтесь на основной канал в ютубе, друзья. Не забывайте поставить палец вверх и написать свой самый пламенный комментарий. Всех вас нежно обнимаю до хруста. До встречи в новых видео. С вами был Артем Лавренко. Пока!